Мы приветствуем Сергея, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Сергея под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Сергея. Находит все. Он чистый. Он чистый, да? Да. Отлично. Давай тогда сделаем, включаем медицинскую программу. И сканер сканирует его горло на раковые клетки. Один, два, три. Пошло сканирование. Все раковые клетки становятся видимы, если таковые есть, пульсирует. Но у него в горле как такой небольшой спирали, зигзагом таким красный, высвечивается. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер выдавливает эти энергии, выводит их из всех 7 тонких тел Сергея. И это зависает в воздухе. Это клетки, они живые. Вышли. Живые, да. И я даю команду на счет 3. Фантомы этих клеток выходят. Вышли. Большой шар? Много их? Нет, не шар, вышла спираль и фантом. Хорошо, давай считаем информацию, откуда эта спираль вообще взялась. И почему именно спираль? Ну, она как зигзаг. Открывается портал в галактическое ядро под этой спиралью. И эти клетки и фантом уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Какую мы энергию электродов давали в прошлый раз? Есть целесообразность ее дать? Да, есть целесообразность. Мало того, есть целесообразность поднять вибрации в голосовой чакре до 40 Гц и представлять, как эти вибрации с энергией электродов или энергией заживления спускаются по горлу и поднимаются вверх и вниз, вибрируя до 40 Гц. Благодарю за информацию. Хорошо. Даю команду на счет 3. Головы Сергея. 1, 2, 3. Но он как диск такой вокруг горла расширяется до 40 Гц, вращается и поднимается сверху вниз. Сергей, вы должны это себе визуализировать при ваших практиках, давать себе эти команды. Можете про себя давать, можете вслух давать. Вот так. Эта да. Энергия, она заживляет. С этой целью она им дана для заживления. Он может пользоваться в любой момент, когда ему удобно, представляя, как широко этот диск расходится и уничтожает все негативные клетки в организме. Обращаюсь к Сергею. Сергей, вы это слышали все? Вы все поняли? Вы все это видите? Да, и он воспользуется с удовольствием этим. Отлично. Давай заправим Сергея энергиями. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какие энергии, какая частая вибрация? 270 и 25. На счет 3 макушку головы Сергея начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Еще надо какие-то потоки дать? Заживляющие энергии? Значит, ему потоки не надо, потому что эта энергия уже заживляет негативные клетки организма. Что ему нужно, это не забывать про Меркабу, активировать ее. И даже на физическом плане она будет защищать ее. Она будет защищать его от присутствующих людей в его рядом живущих людей и тот и интерферент. Да, замечательно, я это увидел сейчас. Хорошо, Сергей, активирую в вашем биополе Меркабу. 1, 2, 3. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Сергея активируется Меркаба. Вот эта команда, которую вы должны давать себе, Сергей. И представляйте эту Меркабу. Мы дали вам информационный материал для того, чтобы это себе визуализировать. Со временем, если Сергей научится активировать
и визуализировать, он сможет работать с Меркабой, защищая свое биополе, намеренно выставляя такую защиту, понимая, что за ней находятся интерференты. Благодарим за эту информацию. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, будем возвращать Сергея назад в его систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Чем больше он будет визуализировать, представлять чакры энергии, наполняющие, чувствовать плотность, тем легче ему будет работать с энергиями, тем больше он их будет чувствовать, понимать их природу и находиться в гармонии. Его свобода лежит в его руках. Благодарим за эту информацию. Отлично. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Сейчас, секунду. У него вот эта энергия, которая Вишудхи. Да. Диск вот этот, он наращивает новые клетки здоровые еще. Он работает сейчас. Обязательно давать команду поднятия вибрации после этого диска до 40 Гц. Именно в этой чакре. Именно в голосовой чакре. И пробовать визуализировать, как этот диск расходится, выдавливая, вытягивая из себя всю болезнь. И защищая. Он против часовой стрелки вращает. Против часовой стрелки, это важно знать. Хорошо. Я на месте.